Ольга Бузова потеряла голос. Звезда успешно реализуется в нескольких направлениях. Новый клип, триумфальное выступление на премии Муз-ТВ, заветная тарелка и открытие собственного ресторана. Ольга так усердно трудится, что у нее даже нет времени на сон. Сама же Ольга призналась, что потеряла голос. Однако причин неприятной ситуации со здоровьем она не раскрыла. Певица только поинтересовалась у своих подписчиков, как устранить эту проблему. Среди ее подписчиков нашлись и те, кто обеспокоены состоянием здоровья Ольги. Некоторые поклонники начали спрашивать о том, восстановила ли ведущая свой голос, на что она ответила отрицательно. Такое заявление певицы обеспокоило ее фанатов, которые с нетерпением ждут концертов. Но есть и те, кто подобное откровение расценивает как повод для шуток и издевок в духе «Как можно потерять то, чего нет?». А как вы относитесь к творчеству Бузовой? Можно ли ее действительно считать певицей? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!